сегодняшнем видео мы разберем, как сочетать костюм с туфлями. Начнем с темно-синего костюма. К темно-синему костюму отлично подойдут серьезные темные туфли. Черные, темно-коричневые, бордовые. Это лучшие цвета, чтобы носить с темно-синим костюмом. Также хорошо подойдет светло-коричневый или тан. Потому что формальный характер темно-синего костюма не всегда нужно подчеркивать. И так вы можете разбавить этим цветом. Следующий – угольно-серый костюм. Угольный серый костюм – один из самых формальных. Следовательно, я рекомендую выбрать темные туфли в тон костюма. Итак, лучшей парой будет черные или бордовые цвета. Плохой парой для угольно-серого костюма будут темно- и светло-коричневые или цвета тан туфли. Если нет другого выбора, вы можете их надеть, но я советую другие цвета. Затем идет серый или светло-серый костюм. Черные, темно-коричневые и бордовые туфли будут отлично смотреться с серым или светло-серым костюмом. Мои любимые – бордовые и черные. Однако спокойно надевайте и темно-коричневые. И допустимое сочетание вместе со светлым таном. Я же люблю, когда имеется небольшой контраст между костюмом и туфлями. Однако не переживайте, если вам нравится эта комбинация. Носите, наслаждайтесь, чувствуйте себя уверенно и знайте, что они работают. Коричневый костюм. Лучше всех сочетаются с коричневым костюмом бордовый, темно-коричневый и светло-коричневый цвет. Всегда с коричневым костюмом нужно носить туфли, отражающие его тон. Плохая пара к такому костюму будут черные туфли. Черный и коричневый. Не мешайте их. И, наконец, черный костюм. Идеальная пара для черного костюма – это черные туфли. Идеально подчеркивает его формальность. И только такие туфли вам нужно носить с этим костюмом. Нынешняя мода старается навязать в пару темно-коричневые, бордовые или светлый тан. Как по мне, в этом случае не чувствуется классика. Поэтому не носите так. Для большей информации о мужском стиле, заходите на realmenrealstyle.com. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте.